Правильный настрой на игру – половина успеха. Так считают игроки команды 2007-2008 года рождения. Сезон для ребят только начинается. На этой неделе на своем льду они приняли команду «Атлант» из Шатков. С первых минут игры ребята начали атаковать ворота противника. Одна за другой шайбы пробивали защиту команды «Атлант». Гости, хоть и не сразу, но все-таки смогли дать отпор. Играть в свое удовольствие, вот. Позитив, только позитив, друг на друга не орать, вот. Друг друга поддерживать, вот. И у нас все получится. Готовились к этой игре, вот. Знаем сильные и слабые стороны, так что сегодня будем побеждать. Сезон уже испытал на прочность юных саровчан. На первой игре они встретились с командой из Княгинино. Игра была напряженной, но саровские хоккеисты одержали победу со счетом 1-0. А в Муроме фортуна от них отвернулась. Победу отдали сопернику со счетом 4-2. А вот встреча с Кстово завершилась разгромной победой саровчан. Счет игры 22-1. Первенство области по хоккею – отличная возможность юным саровчанам набраться опыта, считают тренеры. Прежде всего, это, наверное, я бы сказал, приобретение опыта, приобретение тактики игры другой команды. То есть они смотрят на них, они также перенимают друг у друга все. Вот. А так, ну и ради здорового образа жизни, естественно, чтобы они отвлеклись чуть-чуть от телефонов, от своих, да, пошли с клюшкой шайбы гонять. Следующую игру воспитанники спортивной школы «Саров» проведут на выезде. На своем льду их примут хоккеисты из «Арзамаса». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».